Скандал Запорожской облгосадминистрации. Во время рабочего совещания исполняющий обязанности директора Запорожского областного центра молодежи Михаил Шатуха ударил молодежного мэра города Сергея Ильченко. На встрече обсуждали подготовку к фестивалю трудовой молодежи. Сергей Ильченко обратился к руководителю центра с вопросом о предоставлении нужной для планирования информации. Однако в ответ Михаил Шатуха стал обвинять молодежного мэра в клевете, якобы звучавшей в адрес центра молодежи полгода назад. Требовал извинений и заявил, что пришел на совещание выяснить отношения. Михаил встал, собрал документы и, проходя мимо меня, переложил документы в другую руку и нанес мне удар правой рукой в лицо. Попытался это сделать второй раз, третий раз. Он попытался на меня навалиться, попытался меня душить, но я вырвался, поднялся, и началась с моей стороны самооборона. Была поломана мебель. На место вызвали полицию. Следственная группа опросила всех свидетелей, которые подтвердили конфликт, инициировал Михаил Шатуха. Сам он быстро покинул здание облгосадминистрации. И для меня удивительно, что человек, который возглавляет областной центр молодежи и должен быть примером для молодежи как города, так и области, позволяет себе такие дворовые выяснения отношений и однозначно не подает пример молодежи. Моя позиция одна. Это должен быть диалог, это должно быть нормальное дипломатическое общение для того, чтобы все разногласия были сведены на нет и был конструктивный диалог. Сегодня его не было, а в ход пошли кулаки, обвинения и угрозы.